Привет, дорогие друзья! Я Юрий Тимощук, а это канал Шарики и Декор. Сегодня я вам хочу показать, как сделать дракончика из шариков ШДМ вот такого. Если вам интересно, тогда приступим к видеоуроку. Поехали! Для этого нам понадобится 3 шарика ШДМ, я взял зеленых, также нам понадобится небольшой кусочек шарика ШДМ, ну скажем, синего цвета. Ну и, если хотите, можно кусочек красного. Поехали, надуваем первый зеленый шарик. Я надул его так, чтобы в конце у нас оставалось пальчиков, ну скажем, 6-7 свободных. Завязываю. Вначале делаю маленький пузырь на пальчика 2, обвязываю своим хвостиком вот так его. И хвостик здесь привязываю. Отступаю пальчиков 12. Вот у нас 8. 12. На этом месте делаю скруточку. Делаю малый пузырь. И его обкручиваю. Дальше делаю пузырь на пальчика, скажем, 2. И вот это место соединяю с вот этим. Есть, неплохо. Теперь вот этим нашим шариком, немножко сожмем, чтобы воздух ушел, обволакиваем вот эту вот штучку вот таким образом. Меряем, где примерно надо сделать скрутку, я думаю, где-то здесь. Ну, соответственно, делаем ее и соединяем с вот этим пузырем. Ой. Примерно вот так. Идем дальше. Отступаем пузырь, ну, скажем, на пальчика 2. Делаем после этого маленький пузырек. Обкручиваем его. Делаем еще один. И тоже его обкручиваем. После этого, так, сожмем немножко, отступаем. Пальчиков давайте 7. Сделаем скруточку. Маленький пузырек. И этот маленький пузырь обкручиваем вот так. Оставшийся шарик берем за вот этот кончик и соединяем с вот этим местом. Вот что у нас должно получиться. Вот так. Надуваем следующий наш зеленый шарик. Я надул его так, чтобы в конце у нас оставалось пальчиков 7 свободных, плюс еще его немножко спущу, чтобы он стал помягче. Делаю скруточку примерно на пальчика 1,5-2. Обвязываю его так, как мы делали в начале. Вот. Отступаю пузырь на 3 пальца. Делаю скрутку. После чего делаю маленький пузырь. Обкручиваю его. Делаю еще один маленький пузырек. Тоже его обкручиваю. И еще нужно сделать третий. Третий также нужно обкрутить. После этого делаю здесь пузырь на 3 пальца и вот эти места соединяю. Вот, немножко поправим. Это будет у нас первая лапа. Теперь этот шарик нужно просунуть вот сюда. Отмеряем где-то примерно 8 пальчиков. Ну и чтобы вот здесь начиналось туловище. Просовываем еще. Я думаю так. А ну-ка. 8. И здесь точно так же. 8. Делаем скруточку. Делаем пузырек на 2 пальца. Обвязываем его. То есть мы делаем вторую лапу. Делаем пузырь на 3 пальчика. Делаем маленький пузыречек. Пузыречек мы обкручиваем. Делаем еще один маленький. То есть мы опять делаем пальчики. Таких пузыречков нам надо сделать 3. И третий. Теперь отступаем снова пальчика 3. И соединяем вот эти скрутки. Теперь от этого шарика отступаем пальчика 2. Где-то так. И вот этой скруткой соединяем со второй ногой. С вот этим местом. Лишний шарик нам нужно
оборвать. Для этого можно сделать вот такой пузыречек, лопнуть его, приспустить и где-то здесь прикрутить, чтобы воздух у нас не вышел. Надуваем третий шарик. Я надул его так, чтобы в конце примерно оставалось пальчиков 7, 8 свободных. Завязываю. Вначале делаю маленький один пузырь. Маленький второй пузырь. Их вот так вместе складываю. Обвязываю хвостиком. Этим же хвостиком обвязываю вот так. Дальше делаю еще один маленький пузырь. И его вот так обвязываю. Отступаю пальчиков 5, делаю скрутку и этой скруточкой соединяю с вот этим местом. Отступаю здесь тоже пальчиков 5, делаю скруточку, делаю маленький пузырь. Обкручиваю его. И таких пузырей нам надо сделать 3. Еще один. И еще один третий. Лишний шарик мы обрываем. И завязываем, так как он нам еще пригодится на хвостик. Этот кусочек мы, конечно же, как всегда... Ой! Как всегда прикручиваем, чтобы воздух у нас не вышел. Здесь немножко поправляем. А тут, друзья, если хотите, можно взять красную шедемочку. Я у себя нашел кусочек. То есть, как вы поняли, нужно совсем... Совсем чуть-чуть. Пальчика 4, думаю, хватит. Может быть и 3. Завязываем. И связываю конец нашей оставшейся шедемочки с вот этим красным пузырьком. А узелок нужно нам утопить пальчиком в середину. Другой рукой надо вот это аккуратненько забрать и перекрутить вот так. Перекрутить. И вот так оставить. Дальше здесь... кончик нашего шарика, нам нужно прикрутить к нашему динозаврику вот сюда. Точнее, не динозаврику, а дракончику. Можно ему придать какую-то изогнутую форму. Осталось сделать глаза. Для этого надуваем кусочек синего шарика. Вы можете взять любой другой или целый, например. Надуть его нужно совсем немножко. Это может быть даже много. Делаем пузырь на пальце 3. Обвязываем хвостиком. И его здесь тоже привязываем. Вот. Есть. Дальше. Давайте немножко вот так вот сожмем шарик, чтобы воздух немножко ушел туда. Чтобы у нас образовалась вот такая небольшая резиночка. Делаем... Давайте так сожмем на всякий случай. Делаем снова пузырь на 3 пальчика. Его нужно обвязать таким вот образом. Придерживая вот это все, нам нужно оборвать лишний шарик. И вот здесь это все завязать. Вот. Чтобы получилась вот такая штучка. Теперь нам нужно один из этих шариков просунуть вот через это ушко на другую сторону. Вот так. А теперь нашему динозаврику можно чего-нибудь и нарисовать. Для этого берем маркер и начинаем рисовать.
Что ж, вот и все. Все-таки окончательно у меня закончился черный маркер, дорисовал красным. Ну, разницы-то нет. Друзья, получился вот такой дракончик. Если вам понравилось видео, поставьте обязательно лайк, прокомментируйте, также подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, будет вам счастье. Пока!